Привет всем, с вами Ангел Рок, и мы продолжаем играть в игру Craft the World. Ой, давненько я в нее не играл, давненько. Так, и минут 5, наверное, я вспоминал, как тут что делать вообще. Ну и маленько уже прошелся по дереву технологий. Так, нам надо здесь сделать, короче, в первую очередь мне нужно сделать работу с камнем и сложные постройки. Мне нужна вот эта деревянная башня, чтобы построить вот здесь на входе, чтобы не отвлекались гномы от работы. Ну, я их постоянно в шахту отправляю. Тут разрыть вообще дофига, что надо. Так, что стоишь? Давай, работай. Так, тоже работайте. Вот так вот сделать. Я не могу найти залежи железа, поэтому мне приходится рыть вот эти твердые породы, чтобы опять же найти железо. Так, что? А, ну да, дерево технологии. Мне нужно было сделать мастерскую. Камень, потом широкий стол, кирка. Я вот не мог железную кирку сделать долгое время, потому что у меня не было железной руды. Так, и дерево. Вот так вот. Так, теперь нам нужно место для него. Так, создать. Мост у нас есть, отлично. Уберем вот это вот. Давайте-ка быстрей. Кто-нибудь, что-нибудь. Ну-ка. Так. И потом мы будем делать уже каменную стену сделаем. Ну и остальные. Думаю, каменные стены мы в первую очередь сделаем. Потому что надо будет укреплять. А, подождите-ка. А что у нас здесь? Так, что, нифига себе, сколько нам надо будет еще делать. Блин, ну ладно, посмотрим, как это, насколько быстро будет. Ну, под собой вообще копать, конечно, идиот. Ну и этот тоже, вообще красавчики. Так, у нас опять ночь наступает, да? Это плохо. Так, и сюда поставим. Вот это сломать. Это тоже сломать. Так, и выше мы не будем уже подниматься. Так, тут нам воду надо будет накидать. Ну, быстрее давайте. А, нет вообще-то. Полтора скорость. Нормально. Так, теперь ставим сюда. Так, чего здесь столпились все? Чё, закончилась работа, что ли, или чё? Ну-ка, работать. Так. О! Отлично. Шикарненько. Вот, видите, они постоянно нападают, как бы, и чтобы не отвлекать их, нужно здесь установить... Я, конечно, пока не знаю, как я установлю. Ну, какую-нибудь хитрюшку опять сделаю, чтобы и вот эти коцали, и башни доставали до них. Ну все, 15, 14, 12. Сейчас поползут, твари, сейчас поползут. Ну, давайте ускорим. Все. Портал открыл. А они опять с этой стороны поперли. Что за хрень? Ну ладно. Это с одной стороны хорошо, то что они будут подниматься и падать вот здесь вот, короче. Их здесь можно будет коцать. У них по одному делению, короче, отнимается. Все, кто падает. У зомби, по крайней мере, я точно помню. О, ведь, нифига себе, полтора даже сердечко. А, это...
Понял все. Так, давайте-ка мы сделаем здесь портал. Увеличим его. И все, кто не спит, валите. Отлично. И сейчас они начнут. Они только ползут. Жизнь какая. Так. Что у нас там? Стальные мечи мы только потом сможем сделать. Так, а вот здесь что у нас? А, кожаное кресло. Давайте кожаное... Нет, пока ничего не будем делать, потому что нам нужна военная сила, так сказать. Ебана мать! Жесть какая! Так, ну ладно, вот этих вот мы завалим. Как бы это не проблема. А вот с этими уже надо будет попотеть. Ладно. Давайте. Блин, мне бы вот... Вот эту вот хрень, огненный шар бы мне вообще бы сейчас не помешал. Да куда ты бежишь-то? Так, ну-ка, что у нас тут с жизнями? Так, о, нифига себе. Сейчас бы помер, бедняжка. Так. Все. Отлично. Нифига себе, они прокачиваются махом. О, нифига себе, это что за хрень? Да блин, я не могу попасть. Какого хрена? Как они туда попали вообще? Фига себе, они проломили. Жесть. Так, ладно. Без паники. Низкое здоровье у кого-то. Ох, ебана мать. Так. Так. Жесть. Так, что у нас здесь еще? Это мы тоже на... Так, у нас скоро утро, главное продержаться. Так, ржавый шлем, у нас 3, да? А этот 2. Давайте-ка мы кому-нибудь дадим. Мак, рыбак, кузнец, воин, вот давайте воин дадим. Так, блин, что-то я туплю. Такс. Так, ну-ка. Блин, надо все время следить. Пока у нас магов. А, подожди. Нет, пока магов нету. А то что-то растерялся. Думал, что у меня маги есть, а посохи я им не сделал. Ноль! Все! Теперь. Япона мать! Сейчас сдохнет. Чувак, беги. Беги. Так. У нас утро. Останется только продержать. Замочили. Гнома убили. Одного. Нету у меня больше. О, еще одного убили. Жесть. Давайте-ка вы нахрен домой бегите. О, все. Теперь надо латать. Как так-то? Почему они здесь пролезли? Хрень какая-то. Ладно, вот это сейчас уберем. Короче, гном умер. Ну, печально, конечно, но я ничего сделать не мог. Вообще. Так. Так. Ржавая булава. Повреждение 17. А здесь у нас сколько? 20. Да ну нафиг. Мы это делаем. О, точно! Ё-моё! Железо я искал. Да, туплю. Ладненько, будем прощаться.
Я затупил то, что из этого это же можно разобрать и сделать как, короче, на составляющие, на ресурсы разобрать, и тем самым будет у нас ресурсы, там железо, все такое. Так, давайте-ка мы сейчас вот это вот все дело зашпаклюем, и тогда они, скорее всего, не будут сюда лезть уже. Так, ну-ка, стой. А, я что-то попасть не могу. А, во, вот это вот сейчас возьму. Выбрать гнома. Контроль. Так. Ну. Ты куда полез? Нечего. Так, давайте-ка мы сейчас вот это вот все дело зафигачим. И потом уже начнем. Так. А, дерьмо. У меня нету. А, они все истратили, короче. Вообще все. А, что делать, что делать? Ладно, пока сделаем. Вот так вот, вот. Так. И заделаем, короче. Все. Эй! Что за фигня? Почему я не могу спуститься? Во. Так, так. Спускайся. И вот так вот. Ну, теперь-то не должны они сюда лезть. Ух, вообще охренели. Так, давайте мы опускаем. И будем прощаться. Все, теперь уже точно. Всем пока, с вами был Ангел Рок. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, не жалейте.